Короче, вот теперь в воде такие вот игрушки будут. Все. Сожрал волосатый мячик, будет теперь с яблоками вместо мячиков играть. Давай. Сожрет, да и ладно. После того, как Бадди съел ворс теннисного мячика для собак, я решила, что игрушки у Бадди будут только съедобные. Съест, да и ладно. Потому что ворс этот выходил долго и мучительно, целых, наверное, 2 дня, и пришлось Бадди скушать достаточное количество вазелинчика. Какой типа играл, устал. Не лезет он туда, не лезет. У тебя новая миссия — впихнуть невпихуемое, да, Бадюн? А вот не лезет, видишь, дырочка-то маленькая. Ты залез, а яблок не лезет, что делать-то? Что делать-то будем? Задача-то вселенского масштаба. Давай, короче, тут уже применяй теорию параллельной вселенной. Вот. Смотри, не сдаются, не сдаются. Правильно, никогда не сдавайся. О, боже мой. Бать, а что ты не выберешь какое-нибудь место, где дырка побольше? Пойдем. Не, не вариант. Что-то без тебя. Да? Что? У меня ничего нету больше. Ничего больше нет. Честно, ничего нету. Пошел дальше. Я буду сниматься. А задача-то ответственно, что делать. Надо делать. Надо выполнять. Надо впихнуть здоровое яблоко в маленькую дырку. А иначе жить скучно, понимаете? Батя, давай я тебе повешу мешочек на гамак, и ты будешь туда что-то прятать. Такой вариант тебе сойдет? Сейчас. Повесила этот самый мешочек на гамак. Вот. И сейчас яблоко верну в гамак. Опа! Смотрим. Возвращаемся. Точка наблюдения. Опа. Так, ну что? О, смотри-ка, заходит. Бать, вот видишь, вот это вот большая дырка. Ты там помещаешься, там вот все поместится. Че ты хочешь оттуда? Ты прямо оттуда хочешь его достать? Что-то неудачно как-то повесил. Вот так тебя развернуть чуть-чуть. Нет? Ты хочешь оттуда достать яблоко? Пойдем. Так, я перевешу, а то ничего мне не видно. Ага. Так. Ну чё? Сколько история с запрятыванием яблока продлилась достаточно долго, я разбил ее на несколько маленьких видео. Если вам нравится наше видео с Бадди, ставьте лайк, это сильно помогает продвижению нашему каналу.